Здравствуйте, на канале ФКТ. Время новостей, в студии Инга Габеша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи официально продлят высокий сезон. Курорт готовится встретить участников Всемирного фестиваля молодежи. В Сочи появилась аллея учителей России. Ее высадили преподаватели в честь старта заключительного этапа конкурса «Учитель года». Если нельзя, но очень хочется, то можно. Так подумал житель Краевско-Армянского и решил разводить свиней, несмотря на краевой запрет. В Красной Поляне отметили День поселка. Праздник собрал несколько тысяч гостей и участников. Госдолг Краснодарского края будет реструктуризирован. Об этом на заседании Президиума Государственного совета рассказал Владимир Путин. Участие в совещании также принял губернатор Кубани. По словам президента России, получить рассрочку и снизить проценты при погашении бюджетных кредитов регион сможет уже в следующем году. С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Рассчитываю как минимум на 7 лет. Для отдельных регионов, сейчас скажу для каких, эта программа может быть еще более льготной. Она может быть растянута на 12 лет. Причем в первые 2 года действия программы договорились заложить максимально льготные условия. Регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. Всего по 5%. Такой график позволит субъектам федерации только в ближайшие 2 года высвободить в общей сложности 428 миллиардов рублей. Поясню вот на примере. Для Краснодарского края 10,7 миллиарда рублей. Фактически это дополнительные деньги, помощь дополнительная регионам со стороны федерального бюджета. Эти деньги Краснодарский край сможет направить на развитие социальной сферы или транспортной инфраструктуры. Как раз развитие пассажирских перевозок в регионах стало основной темой Госсовета. Общественный транспорт, как заметил Владимир Путин, несет социальную нагрузку. Поэтому необходимо разработать систему стандартизации этой отрасли. Например, на Кубани, как озвучил губернатор края Вениамин Кондратьев, в первую очередь в реорганизации нуждается трамвайный парк Краснодарского. Краснодар – один из немногих городов России, где еще ездят трамваи. На обновление сети необходимо больше 12,5 миллиардов рублей. И без федеральной поддержки модернизировать эту систему будет сложно. Губернатор поздравил работников прокуратуры Кубани с 80-летием образования ведомства. В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к юбилейной дате. Глава региона направил в адрес сотрудников и ветеранов органов прокуратуры приветственный адрес. По словам Вениамина Кондратьева, сегодняшний праздник – дань уважения всем, кто посвятил себя защите прав и свобод граждан, обеспечению интересов государства. Для миллионов жителей Краснодарского края ваша деятельность – символ подлинного мужества, силы духа и преданности интересам России. Вам доверяют люди. Жители края знают, вы всегда на страже закона. Кубань в надежных руках. Губернатор добавил, что сегодня практически все сферы жизни являются зоной прокурорской ответственности, и от качества работы прокуроров зависит стабильность и экономическая безопасность региона. Перинатальный центр в Сочи достроит новый подрядчик. На конкурс для участия в работах заявку подала компания «Оргтехстрой». Заключить государственный контракт с ней планируют в конце сентября. Напомню, с предыдущим подрядчиком строительной компании «Кубань» договор расторгли из-за срыва в сроках сдачи объекта в эксплуатацию. Работы по перинатальному центру в Сочи находятся под личным контролем губернатора Кубани. Этот вопрос Вениамин Кондратьев в июне обсуждал с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Она, в свою очередь, отметила, что появление в Краснодарском крае современного перинатального комплекса поможет снизить младенческую смертность. В Сочи появилась аллея учителей России. Ее высадили преподаватели в честь старта заключительного этапа конкурса «Учитель года». В прошлом году лучшим педагогом был признан житель Армавира Александр Шагалов. Профессиональное состязание теперь проводят в Краснодарском крае, в Сочи. Сейчас честь региона будет отстаивать преподаватель из Новороссийска Ирина Храмова. Лучшие педагоги страны высадили несколько десятков дубов. Акция символична, а параллель с процессом обучения очевидна. Учитель взращивает в детях интерес к наукам, а питать ее может только любовь преподавателя, уверена Ирина Храмова, учитель английского языка из Новороссийска. Педагог в профессии уже 16 лет. Говорит, за это время подход к ученикам кардинально изменился. Сейчас на уроках практикуют интернет-квесты. Сейчас дети более современные, они применяют новые технологии, они все
в гаджетах, в электронных, в телефонах, и поэтому, конечно же, приходится подстраиваться и применять информационные методы. Более 1000 лет практики – это общий трудовой стаж участников «Учителя года 2017». В Сочи впервые за время проведения конкурса съехались представители всех регионов России. Мы один из самых крупных регионов в стране и по количеству учебных заведений, по количеству учащихся. Поэтому, когда на нашей территории обсуждаются профессиональные темы, для нас это очень важно, очень знаково. И, конечно, мы очень много для себя здесь почерпнем. На церемонии открытия с напутствием коллегам обратился победитель прошлогоднего конкурса «Армавирец» Александр Шагалов. Благодаря ему «Учитель года» на этот раз проходит в Краснодарском крае. Педагог уверен, что любовь к предмету начинается с интереса к преподавателю. Если учитель искренне любит свой предмет, с вдохновением о нем говорит и может вызвать своим словом слезы у детей, вызвать эмоции, заставить задуматься, то такого учителя, такой урок будут уважать и будут любить. Проекты педагогов будет оценивать жюри. В его составе 130 человек. Это учителя, ученые, члены родительских объединений и даже школьники. Конкурс прежде всего необходим для того, чтобы ты сверил все то, что ты умеешь и знаешь, с тем, что умеют и знают твои коллеги. Это площадка для обмена опытом, для того, чтобы узнать те новые практики и методики, которые есть, да и в целом увидеть все то, что происходит, наверное, в каждой школе каждого субъекта Российской Федерации. По словам организаторов, конкурс помолодел. Средний возраст участников 36 лет. Абитуриенты все чаще выбирают профессию педагога. Чтобы доказать свой профессионализм, участники на протяжении 10 дней будут проводить открытые уроки и семинары. Два тура пройдут в Сочи, финальный этап в Москве. Там же 5 октября, в День учителя, состоится награждение победителей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Спортивные площадки в каждом селе Сочи откроются в середине октября. Напомню, решение об установке воркаут-площадок в каждом районе курорта было принято Анатолием Пахомовым еще в начале года. Из городского бюджета на эти цели выделено 20 миллионов рублей. После проведения конкурсных торгов и подачи заявок от глав районных администраций к работе по установке оборудования во всех сельских округах курорта подключились два подрядчика. Они должны по контракту установить 86 воркаут-площадок. По поручению главы города спортивные зоны должны были быть сданы в сентябре, но по ряду причин сроки были сдвинуты. Один подрядчик с обязанностями справляется, и турники с брусьями будут сданы в эксплуатацию уже к 1 октября. Вопросы у градоначальника возникли ко второму подрядчику из Свердловской области. В ходе совещания он пообещал Анатолию Пахомову выполнить весь объем работы к середине октября. Исходя из контрактов, мы сдаем в среду хосту. Машина сейчас подходит с хомутами. У нас все оборудование привезено. Реально это сделать 15 октября сделаем. В центральном районе все воркаут-площадки уже сделаны. Из 16 в Лазаревском районе осталось монтировать 2. Также 7 в Хосте и несколько турников в Адлерском районе. На совещании утвердили дорожные карты по каждому объекту. Еще раз даны гарантийные обязательства нашими подрядчиками. И, наверное, или мы можем сказать уверенно, можем сказать о том, что 15 октября все 86 площадок воркаутов будут сданы в эксплуатацию. Меньше месяца осталось до начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Напомню, крупное международное событие будет принимать Москва и Сочи с 14 по 22 октября. В пятницу о безопасности во всех сферах обсудили на заседании антитеррористической комиссии при главе города. Готов ли курорт встречать гостей? Расскажем далее. Не менее 20 тысяч делегатов из 150 стран, 5 тысяч волонтеров, 450 представителей СМИ и обслуживающий персонал. В общей сложности Сочи ждет около 50 тысяч гостей. И каждого нужно встретить, разместить, накормить, организовать развлекательную программу. А главное – обеспечить безопасность. Участников и гостей Всемирного фестиваля разместят в Адлерском районе, преимущественно в гостиницах эмеретинской низменности. Средства размещения под пристальным вниманием проверяющих. Каждый отель, пансионат, санаторий должен пройти проверку готовности и получить так называемый паспорт безопасности. Что мешает вам паспорт безопасности получить? Мы столкнулись с добросовестным подрядчиком. У нас в сегодняшний момент все требования, которые необходимо отелю выполнить для оформления паспорта безопасности, мы выполнили, мы все сделали. Нас не волнует, когда вы кого наняли, добросовестный он у вас был, недобросовестный. Это ваша ответственность. Потому
В основном нарушение правил безопасности в недостаточном количестве камер видеонаблюдения. Устранить недочеты ательерам придется до вторника, иначе надо будет искать альтернативу, где размещать делегатов. Безопасность обеспечат не только в местах размещения гостей и по периметру Олимпийского парка. Кстати, там на время фестиваля будет действовать особый режим доступа и ограничен проезд транспорта. Каждый отдаленный населенный пункт, каждый городской двор, куда хотя бы теоретически может ступить нога участника молодежного форума, должен быть готов ко встрече гостей. Именно поэтому на совещание пригласили председателей ТОСов, домкомов, руководителей гаражных кооперативов и садовых товариществ. Дано поручение проверить территорию. Это требует внимательно проверить чердак, внимательнейшим образом проверить подвал вместе с управляющей компанией. И естественно, что вы должны буквально проверить каждую квартиру, в которой проживают либо наши жители, либо она сдана в аренду. О результатах проверки глава поручил отчитаться в правоохранительные органы. А вот безопасность окружающей среды, воды, питания проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Комиссия уже провела обследование объектов общепита в местах нахождения гостей фестиваля. По состоянию на сегодняшний день уже проверили 37 объектов. Мы проверили 22 объекта на территории Олимпийского парка и 15 объектов открытой сети. Это объекты, которые расположены в американской видимости. Надо сказать, что нарушений достаточно много. Составлено 60 протоколов об административном правонарушении, 12 юридических лиц. Выдано 21 предписание. Еще одна проверка предприятиям-нарушителям предстоит в начале октября. А вот о безопасности здоровья, говорят специалисты, нужно позаботиться уже сегодня. В связи с проведением фестиваля в Сочи вакцинация от гриппа уже в разгаре. Задача – привить максимально возможное число жителей. Для этого даже открыты дополнительные временные пункты. Расположены они в многофункциональных центрах Лазаревского и Хосты, в сочинских вузах, а по городу будет курсировать передвижная лаборатория. Кстати, грипп – не единственная опасность, которую могут привести с собой участники фестиваля. На курорте также началась прививочная кампания против кори. И все. Нам могут приехать люди, заболевшие, для того, чтобы мы имели хороший коллективный иммунитет и не распространяли завезенную к нам инфекцию. Или сами не явились источником этой инфекции. Мы поэтому прививаем корь и прививаем грипп. А корь у нас полыхает за границей, даже в очень успешных странах, как Франция, Италия и так далее, Англия. Приведены в повышенную готовность и экстренные службы – пожарные, южно-региональный поисково-спасательный отряд «Кубань-Спас». Три так называемых эшелона базируются в Лазаревском, Адлере и Красной Поляне. Коммунальные службы также должны быть готовы к немедленному реагированию для устранения аварий. Это «Кубань-Энерго», «Сочи-Водоканал», «Сочи-Теплоэнерго», «Сочи-Горгаз», ДЭП-122, «Росдорстрой», ПГУ, дорожно-эксплуатационные предприятия, мосты и тоннели. Это все те силы, которые в случае чрезвычайной ситуации должны выполнять задачи в целях обеспечения жизни и здоровья нашего населения. Уточните свой ресурс, наш ресурс, ресурс города для выполнения поставленных задач. Когда громыхнет и земля поползет из-под ног, тогда забудут все и все, и будут заниматься только одним – спасать людей. Ряд поручений глава города дал руководству полиции, казачества, главам районов и сельских округов. Быть готовым, что называется, во всеоружии. Не придется ждать праздника сложа руки и горожанам. В последнюю субботу месяца в Сочи объявлен общегородской субботник. Как почетно нам представляет Родину, так же и ответственно, еще больше. Почетно – это одно, а вот как ответственно. Я еще раз хочу сказать, это событие очень важное, это политическое событие, которое будет у нас происходить. Напомню, день Х в Сочи состоится 14 октября. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Высокий курортный сезон в Сочи продлится до конца октября. Все пляжи будут продолжать работу в период проведения Всемирного фестиваля молодежи. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания заместителя главы города Олега Есюка с аккредитованными организациями и арендаторами пляжей. В ближайшее время будет проведена проверка пляжей сотрудниками ГИМС на предмет оборудования территории шезлонгами, зонтами, а также по наличию спасателей. Купальный сезон продолжается, а вот развлекательные плавсредства и парашюты работу закончат. Также с набережных должны исчезнуть электрокары и скутеры. Все это в целях обеспечения безопасности гостей, которые приедут в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Напомню, планируется приезд более 50 тысяч человек из 92 стран. Также Олег Есюк отметил важность готовности средств размещения. Это 31 отель и гостиницы в Эмеретинской низменности в Адлерском районе. Их проверкой занимаются аккредитованные организации. Не только размещение, важно и обслуживание и в ресторанах, и общепит, и торговля. Поэтому мы должны во всей красе показать наш город. Это объекты показа, это наши чистые улицы,
это наше озеленение, ну и, конечно, гостеприимство. Во время подготовки к Всемирному фестивалю молодежи применяется целый комплекс мер, среди которых также особую важность представляет санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте. По сравнению с другими регионами в Краснодарском крае она в норме. Связано это с проведением своевременной вакцинации от гриппа. Сейчас в Сочи привито более 40% населения. Не бойся, совсем не бойся. Завершением месяца горожане получили квитанции на оплату услуг за сентябрь по водоснабжению. Казалось бы, ничего страшного, но в графе «получатель» значится ООО «Сочводоканал». У абонентов возник вопрос, платить ли по счету, ведь с компанией расторгнут договор. В МУП «Водоканал», который, согласно решению суда, с 1 сентября отвечает за водоснабжение и водоотведение курорта, разъяснили, имеет место быть попытка введения жителей Сочи в заблуждение. В сентябре 2017 года водоснабжение и водоотведение на территории города Сочи осуществлял МУП города Сочи «Водоканал», а не ООО «Сочи Водоканал». В квитанции прям указано, что за сентябрь 2017 года, а также указаны показания счетчиков на 7 сентября 2017 года. Каким образом они собираются, после чего они даже людям разъясняют, что они будут взыскивать в судебном порядке. Каким образом, мне пока непонятно, поскольку они никакого отношения в сентябре к системам водоотведения, водоснабжения не имеют. В любом случае, в сентябре ООО «Сочи-Водоканал» не оказывал жителям Сочи никаких услуг по водоснабжению и водоотведению и не имеет права требовать с них за это ни одной копейки. Таким образом, со стороны ООО «Сочи-Водоканал» имеет место факт намеренного введения абонентов города Сочи в заблуждение с целью незаконного получения прибыли. Соответствующее заявление об этом грубом нарушении законодательства Российской Федерации направлено МУП города Сочи-Водоканал в прокуратуру и УВД города Сочи. В пятницу состоялось заседание территориальной депутатской группы Центрального района Сочи. Было рассмотрено 24 вопроса, большинство из которых будут вынесены на сессию городского собрания Сочи 27 сентября. Депутаты городского собрания Сочи в числе других вопросов решали судьбу имущественного фонда города. Он приносит доход в городскую казну от сдачи в аренду. Но сами арендаторы хотят приватизировать эти помещения. После бурного обсуждения участники заседания территориальной депутатской группы Центрального района пришли к единому мнению, что необходимо сохранить муниципальные квадраты и получать выгоду от аренды. Например, только одно помещение адвокатской конторы Новоровского дает бюджету в год 12 миллионов рублей. Положительное решение принято относительно выделения земель сочинским казакам. На ближайшей сессии будет рассматриваться вопрос перевода 6 гектаров в категорию земли сельхозназначения. Также обсудят вопрос передачи имущественного комплекса МФЦ на баланс края, что позволит сэкономить 160 миллионов рублей в год. МФЦ осуществляет функции, часть краевых функций, большую часть, и часть муниципальных. Содержание находилось на, так сказать, на бюджете города Сочи. Значит, ну сейчас принято распоряжение Краснодарского края о переводе МФЦ весь в край, и мы передаем в оперативное управление краю. Продолжаем. Загон для домашних животных рядом с жилыми домами и детскими площадками. Такая ситуация сложилась в Краевско-Армянском, где без согласия соседей было обустроено целое подворье свиней. О проблеме сообщил на сходе граждан Центрального района местный житель. Приехал на встречу с главой курорта из своего села в Хостинском районе и рассказал об антисанитарии вблизи жилых домов. Это вопрос не терпит отлагательства. Я скажу вам почему. В 15 метрах от моего дома поставили свинарник, который там не просто 1-2 свинушки, а там промышленное производство. Нет, это 100% незаконно. Вы обращались к вам? Обращался в сельский совет. Глава города потребовал сразу же отправить в Краевско-Греческую комиссию. Вы напишите соответствующее заявление, но не в администрацию, потому что в администрации таких полномочий нет. А у прокурора такие полномочия есть. Поэтому в 9 часов утра я вас жду. Разводить свиней в личных подсобных хозяйствах запрещено в Краснодарском крае в избежание распространения африканской чумы. Контакт домашних свиней с дикими кабанами приводит к распространению опасного заболевания. Да и обеспечить нужный уровень профилактики возможно только в крупных хозяйствах или фермах. И, конечно, ни в коем случае нам нельзя допустить, чтобы в Сочи у нас была африканская чума. Мы сейчас с ветеринарной инспекцией, с инспекцией земельной определили, что это все сделано на муниципальной территории. Ну и сейчас собственники этих
свиней и этих складов разбирают. Комиссия, которая побывала на месте, убедилась, загоны обустроены не на собственном участке земли. Такой незаконный бизнес теперь приведет к ответу. Россельхознадзор уже составил протокол и начал проверку данного инцидента. Штраф за содержание одной свиньи от 2 до 3 тысяч рублей плюс утилизация животных. К слову, наказывают в Сочи и за выгул крупного рогатого скота. В этом случае за каждую буренку хозяину придется раскошелиться на 3 тысячи рублей. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Красной Поляне отметили День поселка. Праздник собрал несколько тысяч гостей и участников. В программе спортивные состязания и творческие конкурсы. Традицию отмечать День поселка здесь завели 5 лет назад, когда о мало кому известном населенном пункте узнал весь мир. Десять часов праздника без перерыва. В поселковом парке играет духовой оркестр Росгвардии, проходит творческий конкурс «Осенний букет родному селу». Победителя выбирает зритель, опускает записку с номером понравившейся экибаны в ящик для голосования. Большинству понравилась эта ваза из тыквы с цветами из моркови, кабачков и горького перца. Хотели показать красоту осени в Красной Поляне. Ну, мы и назвали свою работу «Осенний восторг», поэтому что вот увидел и красиво. Пока школьники бегут традиционную краснополянскую версту, взрослые упорно бьются на футбольном поле за кубок главы поселкового округа. В последний раз турнир проходит на старом стадионе. Уже в ноябре запланирована масштабная реконструкция. К чемпионату мира обещают искусственное поле и комфортные трибуны. К проведению крупных соревнований здесь уже все привыкли. День поселка в Красной Поляне начали отмечать в 2012 году, когда полным ходом шла подготовка к зимней Олимпиаде. Именно она полностью изменила здесь жизнь. О небольшом уголке Сочи узнал весь мир. Хотя история этих мест богата разнообразными событиями. В далеком прошлом здесь проходил кратчайший торговый путь, который связывал Северный Кавказ с Черноморским побережьем. Одно из главных исторических событий этих мест – парад царских войск в мае 1864 года в честь окончания 47-летней Кавказской войны. Так сложилось, что живут здесь представители самых разных национальностей. Колорит культур и необыкновенная красота природы – все это делает Красную Поляну местом притяжения для многих людей. Тем более, что благодаря Олимпиаде жизнь здесь стала не только интересной, но и комфортной. Раньше у нас было 2 первых класса, сейчас 6, это уже о чем-то говорит. Увеличение идет почти по 200 человек ежегодно. То есть мы видим, у нас открылись, были сданы 2 волонтерских комплекса, куда заселились наши жители города Сочи. И увеличение Красной Поляны идет значительными темпами. Чтобы успевать за таким бурным развитием, уже запланировано строительство новой школы и расширение детского сада. Последние годы и Красная Поляна, и близлежащие поселки принимают гостей круглый год. Горы манят и летом, и зимой, обеспечивая работой местных жителей. Поэтому праздник решили установить на стыке 2 курортных сезонов в это краткое затишье перед зимним туристическим бумом. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи стартовали открытые городские фестивали, конкурсы авторской песни, поэзии и фотографии «Любимый город». Сюжетом творческой композиции могут стать не только любимые уголки Сочи, уникальная природа. В центре внимания может быть также известный сочинец, космонавт, певец, строитель, врач, а также самый близкий и любимый человек, посвятивший свою жизнь родному городу. Подробная информация о конкурсах, положении и форма заявки размещены на сайте Управления культуры администрации города kultura.sochi.ru. Заявки принимаются с 25 сентября до 1 ноября по адресу улица Дагомысская, 17, Творческо-методический центр. Сочи присоединится ко Всемирному дню ходьбы. Спортивный праздник состоится в рамках программы Олимпийского комитета России «Содействие развитию массового спорта. Олимпийская сторона». Впервые он был проведен в 2015 году и волной охватил все часовые пояса России. Проходит день ходьбы во всех регионах России. Каждый из них представляет один город. В этом году Краснодарский край представлен Сочи. На курорте мероприятие состоится 30 сентября в 9 часов на площади Флага. Для участия необходимо до 28 сентября зарегистрироваться на сайте «Олимпийская сторона», после чего каждому придет номер участника, старт и финиш, а также центр проведения мероприятия – площадь Флага Сочи. Ходокам предлагают 4 дистанции. Семейный заход на 500 метров, заход в ластах или лыжах на 100 метров. Это шуточные соревнования. Также заход девочек и мальчиков до 14 лет на дистанцию 1000 метров. А также все желающие смогут принять участие в создании сочинской змейки, самой длинной в мире цепочки идущих людей.
6 и 7 октября Сочи примет Кубок чемпионов российской дрифт-серии 2017 с легендой мирового дрифта. И лучшие российские гонщики будут соревноваться при свете прожекторов. Финал сезона в этот раз пройдет в формате ночной гонки. В пятницу с 19 до 22 часов состоятся тренировки. В субботу с 19.00 стартуют парные заезды. В состав судейской бригады войдет знаменитый японец Хироки Фурусе по прозвищу Слипи, генеральный директор российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский и пилот из Москвы Александр Сиверцев. Еще двое представителей судейской команды в этот раз станут участниками. Бороться за Кубок чемпионов предстоит создателю Европейской школы дрифта, чемпиону Италии Федерико Шерифо, известному своим филигранным мастерством и математическим расчетом. Конкуренцию легендарному итальянцу составит Тимофей Кошарный, один из основателей российской дрифт-серии, чемпион 2009 года, мастер опасных маневров. Среди участников также заявлены чемпионы нынешнего сезона. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Итальянская компания-производитель «Циркония» проводит акцию в клинике «Валеденталь». Циркониевые коронки по цене металлокерамики Чайковского. 3. Телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.